Уважаемые главы правительств, уважаемые участники заседания, добро пожаловать, добрый день. Приветствую вас в Армении на очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Глубоко убежден, что нынешнее заседание совета будет содействовать дальнейшему экономическому развитию, расширению евразийских интеграционных процессов и укреплению механизмов обеспечения экономической безопасности наших стран. Искренне уверен в том, что лишь совместными усилиями мы сможем уверенно продвигаться вперед, создавая новые возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния народов наших стран. Считаю важным подчеркнуть, что в нынешних условиях, когда наши народы сталкиваются с новыми глобальными и региональными вызовами, необходимо использовать все имеющиеся у нас средства и ресурсы в целях укрепления сотрудничества, координации и эффективной реализации принимаемых решений. Хочу также выразить надежду на то, что по итогам этого заседания, при полном уважении и учете взаимных интересов, нам удастся сделать еще один уверенный шаг вперед на пути к дальнейшему развитию евразийского экономического пространства. Искренне желаю вам продуктивной работы. Благодарю за внимание. Спасибо.